Здравствуйте, друзья! Таинственный антикейтерский механизм. Сложное механическое устройство, состоящее из металлических шестеренок и циферблатов, совершенно не вяжется с представлениями о глубокой античности. Но именно такой механизм возрастом в 2000 лет нашли в 20 веке и расшифровали лишь недавно. Для чего он предназначался и кто мог его сконструировать? Антикейтерский механизм – уникальное явление. Фактически, это аналоговый компьютер. Такие машины работают не с дискретными данными, а с непрерывными – длиной, скоростью, силой тока, давлением и другими физическими параметрами. Основа механизма – система взаимосвязанных бронзовых шестеренок, приводившихся в движение при прокручивании центральной ручки. Всего ученые выделяют 37 шестерен различной величины. Вся конструкция лежала в прямоугольном деревянном коробе. Лицевой циферблат представлял собой механическую солнечную систему, где демонстрировалось точное местоположение по времени Луны, Солнца, а также 5 известных древним грекам планет – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Верхний задний циферблат вычислял даты, при которых повторялись лунные фазы. Нижний был необходим для определения циклов Сарос – 6585 суток, и Эксилигмос – 19756 суток. Оба циферблата помогали выяснять даты праздников, связанных с положением Луны и Солнца. Механизм также мог использоваться для навигационных целей и в качестве образовательного пособия для молодых ученых. Кроме того, в него были заложены даты 40 астрономических событий. Для первого века до нашей эры выяснить все эти тонкости, а потом отразить вычисления в единой механической системе – это настоящее чудо инженерной и астрономической мысли. Кто стал автором изобретения, доподлинно неизвестно. Часть ученых полагает, что создать его мог известный изобретатель Архимед. Другие парируют, что его талант – ничто без знаний родосского звездочета Гепарха Никейского. К слову, ученые определили, что прибор был сделан именно на острове Родос. Сегодня устройство полностью изучено и даже сделана его действующая модель. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.